Спасибо тем двум девушкам, кто задонатил мне вчера, одна и сегодня, или вчера, или позавчера, одна, а сегодня или вчера, вторая. Спасибо вам большое, спасибо. Thank you. Thank you. They don't see me wanna be. They don't see me till I pull up Lamborghini. Everybody wanna be me till I. Till I pull up and they meet me. I'm a da, so sweetie. I never had a meaning. Just another fucking junkie. Drain my blood, don't be greedy. Оставь немного, usually, some liquid, put some liquid, centipedes. They eat away my memories. They had it away my memories. They eat away had my memories. Скорми меня, скорми меня этим. Врагам, enemies. Feed me to my enemies. Feed me to my enemies. Lead me to death. I'm Lil Kennedy. I ain't got to remedy. Bury me, я неисправим. Закопай, похорони меня. I'm got to remedy, I'm not to remedy, bury me, pocket full of ketamine and methamphetamine. Это их чисто какая-то херня, американская. Put me in the limousine, drive me to destiny, посади меня в лимузин и отправь к судьбе моей. Pussy on the litter seat, music and ecstasy. Девчонка сидит на кожаном сиденье, музыка и херня американская, ecstasy. She don't think I'm sexy, but она не думает, что я sexy, but she don't think I'm sexy, but I keep но я притворяюсь, что не замечаю этого. Считаю, что я не могу пока что выучить. Сейчас буду на гитаре играть. Сколько тут прошло? 4 минуты. Раз, два, три. Короче, мне надо не так делать. Я сначала... Но у тебя было хорошее детство? Был друг лучше? Если нет, вишняк.
Был у тебя лучший друг? У меня была подруга даже в детстве. Рита ее звали. А потом все. Потом появились какие-то ублюдки в моей жизни. Не друзья, а просто со двора тут все полносы. Проходной двор был и школа дерьмовая. А потом и остальные ублюдки, которые потом приедали мне. Все они. Один лицемерный, другой кукол. Третий стал слишком жестоким. Жизнь сделала таким. Да, сказал бы. Такого Джек Фреско уберегала маму от себя. А мне ни хрена. Это пиздец в мою жизнь пришел. Осталось недолго. А может, тебе тоже осталось недолго? Ошибся мы рядом с ней, с Германом. Бессмысленно чему-то учимся, все равно мы умрем. Для чего? Скажи мне, для чего? В следующей жизни это не передастся нам. В следующей жизни не будет. Перед тем, как умереть, я сделаю что-нибудь, и у меня не будет. Он скажет, я тебя проверял, молодец, проверял меня, спасибо тебе, проверял. А то, что я рисовал, какая-то, ты не проверял, сколько я сделал бесплатно для города рисунков, ты не проверял, не проверял. Сколько их смело дождем, сколько их обоссали, обосрали, оттоптали. Сколько людей вдохновилось из одноросов стать нормальными людьми. Сколько людей вместо преступников, которые кого-то убили, ограбили, стали нормальными гражданами. Ну, нормальными, то есть такими добрыми людьми, примерно. Частица добра им передалась, когда я раньше был добрым. В 2008 году, в 2007 и ранее. Это ты не заметил, Иисус, не заметил. Не заметил. Спасибо тебе. Раз, два. Что у меня ни хрена нет, ни друзей, ни девушки. Это ты не заметил. Может, это к лучшему, потому что в России не девушка, это опасно. Они снаружи выглядят счастливыми парами, но на самом деле там такой трэш творится, ты не представляешь. Может, не творится, может, это вообще все отлично, но потом у них будет жесткий трэш. Всегда будет трэш. А что?
Что будет смерть, это будет ужасная мука. Ужасающая мука. Ты будешь просить у камня, помоги мне, утрави, помоги. Тысячи ножей будут вонзаться в тебя, в глаза, в суставы, в позвоночник, во все. Мелких ножей, наждачки будут тебя шлифовать непрерывно. Вот что такое смерть, черт возьми. Так что ты лучше не обижай художника лишний раз. У меня пока нету оружия. Нету денег, чтобы... Ну, я могу приобрести какое-нибудь оружие. Только мне нужно еще приобрести цианистый калий, чтобы тебя убить после этого. И ты испытаешь охренительные страдания после смерти. Так рассказывает очевидцы. Я тоже испытаюсь отличное страдание после смерти. Ничего мне не зачтется. Ни помощь людям пьяным, которые могли бы проснуться без рук, без ног, без носа, без, хрен знает, без члена, на морозе, на таком Красноярске. Ни кошки, ни собаки не зачтутся, которых я спас. Ни эти рисунки эти все. Наоборот, против меня они зачтутся. Еще одно зачтется. Наказание только будет все. Вдохновил людей стать художниками, ребятишек и депрессивных людей, которые шли с работы, шахтером стал прыгать от радости, избавил от депрессии, лучше, чем любой психолог. Блин. Ни копейки не получил за это. Зачтется мне это на небе, а? Нифига не зачтется. Он не такой наивный, блин. Я знаю, какие жуткие штаны, господи. Это только в моих мечтах может что-то зачтеться, там, блин, что меня внушило. На самом деле, не знаю. Вижу 13 минут, где-то медленно скажу. Надо снять очки, может так быстрее время пройдет. Так интереснее будет. Ну, сейчас на угар нахожу. Нашел легко. Вот это я нахожу. Бог, сделай, пожалуйста, так, чтобы я мог хотя бы на своей электрогитаре играть свои душераздирающие песни, поражающие мою боль, тоску и депрессию, и при этом зарабатывать хоть на еду, чтобы на еду хватало, и оплату съемной квартиры, и все. Или шалаша там какого-то, или еще чего-то. Ну, хотя как в шалаше, там нет этого электричества. Я хочу на электрогитаре играть, я не люблю учиться. Акустически. Сколько на еду надо? Сколько на оплату? У меня здесь что-то хватало. День на еду, чтобы хватало. Я хотя бы, чтобы еду мне давали, я ел. Типа, играю за еду и там рассчитаю, сколько в месяц нужно на оплату
нежно пишу. Столько-то центов, там, или бат, или рублей, денег хотя бы заплатите, хотя бы киньте копейку, копейки накидайте столько вот, чтобы было, мне хватит на оплату за жилище на месяц. Может, мне сделать что-то я заметил. Точно идеально. Стоп, что-то не то. Бесплатно разрисую кафе мелками для своих средств. Зачтется мне что-нибудь? Зачтется мне то, что я панно в 102-й школе на всю стену с одним знакомым, правда, нарисовал. Нам ничего не заплатили, еще мне этот директор вышвырнул. Я ему факт показал прямо в лицо, но после этого я стал принимать транквилизаторы, потому что я был в сильном стрессе. Я поехал в Красноярск, купил, впервые, потому что нейролептики мне не помогали, я принимал дофига нейролептиков, 60 таблеток там было, 3000 стоило, ё-моё, не помогали они мне ни хрена, я антидепрессант начинал, а вот транквилизатор мне помог успокоиться на время, но потом он на самом деле имеет негативные стороны. Ты можешь связаться с плохой компанией, со всякими не очень хорошими людьми. А сейчас транквилизаторы это уже не продают, так что ты не парься. Сейчас продают какую-то хрень просто. Дороже, которая еще. И больше, еще плюс одну печать надо ставить дополнительно. Еще. Они скоро будут просто мел продавать. И печать тоже. Ты 10 печатей ставишь. Так что не обращайся. Никакого счастья тебе не будет. Может раньше еще что-то было здесь. Теперь уже все. Это страна для грустных. Мы здесь грустные. Чертов капиталистический мир, чертов тоталитарный мир. Я здесь никто, никто, никто. Да, это так. Я паразит. Но они не паразиты, капиталисты. Сидят с задницами в своих офисах. Они не паразиты.
Ну, труженики. Когда получу Лил Кеннеди, пальцы не могут передохнуть. Они будут грубить. 20 минут прошло всего. Ну, точнее, 15 минут, если учитывать. Точнее, 14 минут прошло, как я играл. Где-то час я уже наиграл. С перерывами, но это не считается. They don't see me less, I pull up Lamborghini. Everybody wanna be me till I pull up. They don't see me, они не замечали меня. Till I pull up Lamborghini, пока я не сел в Lamborghini. Everybody wanna be me. Каждая хотела меня. Капиталистический мир вот, типично поется. Я тоже могу такую сочинить песню, только критикующую. Так. Everybody want me. Till. Пока. Пока они не увидели, каков я, не встретились меня. Till I put me and they meet me. And they meet me. Till I put me. Till I pull up and they meet me. Что за till I pull up? Я не понимаю. Till I, пока они не увидели. Till I pull up and they meet me. I'm a die. Я мертвый. Я медленно умираю. So sweetie, I never had... Дорогая, я никогда... Блин, я забываю. I'm a da. So sweetie, I never had a meaning. Я никогда не обрету смысл существования. So I'm a da, so sweetie, I never had a meaning. Fucking junkie. Just another fucking junkie. Просто обычный наркоман. Just another fucking junkie. Drying my blood. Сиди с меня кровь, но не подавись. Drain my blood, don't be greedy. Оставь жижу с скалопендром. Take the liquid for the scalopendres. Они сожрут мои воспоминания. They had away my memories.
скорми меня моим врагам. Черт, забыл опять слово, простое слово. My enemies. Till me to my enemies. Feed me to my enemies. Feed me to my enemies. Feed me to my enemies. Lead me to death, I'm Lil Kennedy. Lead me запомнилось мне из этого, из Suicidal Black Metal группы одной мощной. Lead me. Lead me. Lead me to my death, I'm Lil Kennedy. I'm not to remedy, bury me. Я не исправим. Похорони меня. Put me... Pocket full of ketamine and methamphetamine. Пакеты полны всяким американским дерьмом. Pocket full of ketamine and methamphetamine. Посади меня... Put me on the limousine. Drive me to destiny. Посади меня на лимузин и доставь меня к моей судьбе. Отправь меня к моей судьбе. Drive me to destiny. Pussy on the litter seat. Девчонка сидит. Девушка сидит на кожаном сиденье. Music and ecstasy. Ну, американское дерьмо какое-то. Music and ecstasy. Pussy on the litter seat. На кожаном сиденье. Music and ecstasy. She don't think I'm sexy, but I get to keep get to me. But I think to get. Блин, дальше я не изучил. Сейчас разучу офигенную песню. Офигеть, да? Хотя я не хотел вырубать. Лучше я не буду изучать, лучше пойду... Нет, на гитаре пока что нужно, чтобы пальцы отошли. Сейчас.